Телевизор-то какой, господи. Слушай, пойдем. Ир, иди сюда. Я думал, это Виктор какой-то. Да, ну что, давай я ему поговорю. Давай. Я надеюсь, рано или поздно найти свои карты. Ты ходишь везде, болтаешься, типа ля-ля-ля. Алин, 8 числа у нас в галерее 2 же выставка, еще одна. Там мы должны стерео, ученики 5-1, ты же знаешь. Нет, в нем есть все. Это Сафронов. Алексей Сафронов. Пестов. Да, вот это вот раз Пестов. Хоть пыль бы пройдет. Пестов вот, да. Там еще вот портки это, у него. Шишкин. Шишкин, да? Да, вот еще вот. Пестов маленький вот там. Дайте я сфотографирую на память. Это... сейчас. Ну, фамилия. Как бы Астарки. А что там? Аласюк неправильно написал. Павел. Экскурсовод, понимаешь. Меня назначили, какой экскурсовод. Принудили. Вообще. Вот так вот. Ветеран, ты все помнишь, понимаешь? Это Руди. Швецов. Так много. Никифоров. А вот там еще Коновалова. Слева это кто? А слева кто это? А слева кто? О, кто это слева? Шишкин же. Шишкин? Шишкин. Шишкин тоже, наверное. Нет, это не Шишкин. А похоже. Саша. Кто? Саша. Это Руди. А, Руди. Я говорил, что Руди били. Петр Белый. Ага. Ага.
это Шишкиндзе. Руди. Белый. Шишкин. Это такая. Вот это Шишкин. Да. Удивительно. Какой молодец. С родителями. Что такое происходит? Все, что еще, да? 95-й требует. Вообще проект 95-й называется. Тело отчима. Требует отчима. Это дом коллекционера. Good evening, зрители. Это Максим Степанов. Сегодня я нахожусь в замечательной галерее «Модерниряд». Здесь презентуют проект 95, закрытие выставочного сезона 2011-2012, и вот выставка, куратором которой выступает Александр Шишкин. Здесь много живописи, метры, мастодонты, мастера, и есть и еще и объекты, но в основном живопись. Вот хочу обратить ваше внимание на Боба Кошелохова. И здесь есть такой, да, вот Евгения Коновалова. Угу. И вот живопись Петра Белого. Кто-нибудь когда-нибудь видел его живопись? Видел, но это было очень давно, скорее всего. Соответственно, вот для меня это открытие. И Юрий Никифоров еще здесь есть. Потерялся? В этих пространствах тоже. Вот Владимир Кодин. Картина-объект. Тоже со своей историей. Как раз едоки в столовой, в советской, скорее всего. Последние похожи на стиль души. А вот и Юрий Никифоров, собственно говоря, да. Ну да, мне сейчас. Интересный полз такой анатомический. Так что приходите, смотрите, не пожалеете. Спасибо, Максим. Понятно. Ковер Сафронова. Знакомое лицо у вас. Швейцария, не вылезайте в Швейцарии. Достоевский. И на рулетке там играют, и вообще. На жопку. Может, в Австрию? Конечно. 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 Погода хорошая, выставка отличная получилась, да? Да.